конкурс «Дети читают стихи». Детский сад номер 200, город Барнаул. Дружинина Алина, 3 года. Мама. Автор Агния Барто. Было утром тихо в доме. Я писала на ладони имя мамина. Ни тетрадки на эске, ни на стенке каменной. Я писала на руке имя мамина. Было утром тихо в доме. Стала шума среди дня. Что ты спрятала ладони, ставишь спрашивать меня. Я ладонь нажала, счастье держала.